он вообще на самое дно у... Блядь. Слышите, до сих пор шумит. Находимся мы на горе Аибга, очень красивый кругозорчик. А знаете, из-за чего мы здесь? Ну да, частично из-за видов, а частично из-за мотоцикла. У нас вон там лежит мотоцикл. Будем его увозить вертолетом, потому что от мотоцикла мало чего осталось. Сейчас мы к нему подъедем, покажу на видео подробно. Формат повреждений, вернее, то есть то, что осталось от мотоцикла, и он отсюда улетит вертолетом. Поняли? Хели Эндура. Мы первые. Он вот тут ушел, да? Вот на этом повороте. Я сейчас покажу, где он ушел. Так, пойдемте посмотрим, что нам показывает. Блять, тут не залезу. Вот там, где Андрей, мотик завелся и ушел. Он стрельнул на скорости? Да. Он на кнопку случайно нажал? Да. Ну и чистый зверь, кавказец. Эти греки, это бройлеры, что творят? Я тебе говорил? Я знал, я в тебе даже не сомневался. Я. Сейчас, да. Опа, стоп. Нормально, нормально. Пацаны. Андрей. Подожди, не дергайся. Дай заднее колесо буду держать. Подожди, сейчас соскользну. Колесо вкрутим. Подожди, подожди. Крутим просто руками. Короче, блядь. Каждое колесо надо крутить. Оп, стоп, 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 стоп. Перетормозил? Понял. Да, 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 да. Встань удобно. Возьми руль. Не, стоп, 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 стоп. Колесо наверх, подожди. Все, поехали. Стоп. Стоп. Я перешагнул. Перешагнулся. Андрей, бери руль. Саня, это. Да, да, да. Не, нормально. Стоп, 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 стоп. Не торопись, блядь. Отлично, отлично. Сцепление всегда держи выжатое. Тормози только передом. И то не на повороте. Но вообще даже грузки пускай. Вы звери. Откуда нам то? Звери краснополянцы. Страха не имею. Thank you.
Вот оттуда, с самого верха он прилетел. Мы в прямом эфире, ребята, находимся в горах Красной Поляны, откатываем последние теплые денечки осени перед снегопадами. Слева от нас вот такие вот обрывы. Сидим, ждем вертолет, зацепились стропы. Ай, подожди, а что это там у тебя за... Сзади. Ой. Сзади? Ой. А, вот. Ой, он. Ребята. Вот ради чего мы все это сделали. Если что, можем прямо сейчас. Пока вертолет не прилетел, переводите мне на карту 300 тысяч и GPS-координаты ваши. Новый мотоцикл 2018 года. Слегка поцарапанный. Ездил за хлебом. Ездил ученик, в гонках не участвовал, да. Гор не видел. Гор мотоцикл не видел, это первый раз. Визуально? Визуально. Хороший донор. Выезжать будем вон туда. Давай, Джульбар. Какой же залезло? Поехали! Пошел! Стой! Стой! Короче, ребята, что хотим сказать? Мотик вытащили из кулуара на вертолеточку. Сейчас сюда по дну. Сегодня уже не получается, накрыл нас дождь. Вряд ли, даже если откроют небо для полетов по погодке, сюда прилетим. Да даже если прилетим, ну нам не вариант сидеть здесь ждать, мокнуть, мерзнуть. Поэтому приняли решение эвакуироваться. Пацаны сейчас ставят обратно колесо на донора по коням и уматываем. Завтра будет попытка номер два вытащить все это дело отсюда. Меня вперед. Ух ты, красавчик. Дорогу покажешь? Дорогу покажешь.